Дагестанец в книге рекордов Гиннесса. 6-летний махачкалинец Ратмир Гончар оказался в книге рекордов России за наибольшее расстояние, преодоленное на руках в России среди своих сверстников. Его результат 123 метра 6 сантиметров. Рекорд был зафиксирован на стадионе имени Елены Исимбаевой. По словам родных мальчика, на руках он учился ходить без чьей-либо помощи. Цели ставить рекорды изначально у него не было. Позже, по советам людей, родители Ратмира подали заявку в Книгу рекордов России.